Всем привет, с вами Юля Статива. Я сейчас включила прямой эфир для того, чтобы показать вам просто, как я делаю семейный альбом. Так, уже кто-то есть, привет. Я не особо много буду говорить и, наверное, не так много буду в эфире. Значит, что у меня? У меня семейный альбом. Альбом для девочки. Зовут Симона. Она из Германии. Ну, как для девочки. Ей уже сейчас 40 лет. И вот он будет от 0 и до 40 лет. Привет, привет. Всем привет, кто присоединяется. Еще раз повторюсь, я не особо активно буду. Я сейчас так просто вкратце вам расскажу. Вдруг интересно кому-то. У меня есть фотографии, и я делаю альбом сразу с фотографиями. Я их распечатала себе, разбросала по разворотам, раскидала себе цветовую гамму. Значит, у меня заказчица, ну как заказчица, мама заказала альбом, на самом деле ее мама. Но, в общем, вот эта вот Симона, она очень любит фиолетовый цвет. Не то, что фиолетовый, она больше как лиловый, я так понимаю, любит. Но я, например, не очень люблю этот цвет. Я считаю его холодным и абсолютно неподходящим для фотографий. Но я люблю разные вызовы. Поэтому вот я решила взяться за этот заказ и попробовать сделать. Я надеюсь, им очень понравится. Они у меня уже второй альбом заказывают. Первый альбом, кто наблюдает за моим творчеством, возможно, вы видели альбом для Питера на 70-летие. Представляете, немец, 70 лет. И вот ему жена подарила альбом, где собраны фотографии всей его жизни. Скажу честно, это было очень интересно наблюдать за жизнью человека и делать альбом, видеть, да, вот как он менялся с самых маленьких, с пеленочек буквально. И становился уже и мужем, да, и отцом. Вот. Ну, в общем, так, это пару строк введения. И, конечно, я вижу, что часть закрывает. Альбом здесь у меня размером... Ой, я уже не помню. Я даже, знаете, у меня, как всегда, линейки теряются все. Здесь у меня странички 24,2 на 26,2 сантиметра. И здесь собраны на этом развороте детские фотографии Симоны. Поскольку Симона, она не любит всяких цветочков таких, то я, конечно, постаралась минимально ограничить количество всякой нежности. Но все равно, поскольку детские фотографии, как бы без нежности здесь, мне кажется, не может обойтись. И вот такой вот разворот. Разворот очень простой получился. Вот я просто взяла фотографии, взяла примерно бумагу. Поскольку у меня обложка будет серая в розовую крапинку, я решила первый разворот сделать серым и слегка-слегка добавить фиолетового. То есть какие-то вкрапления и буквально вот это вот единственные цветочные такие листы, которые будут в этом альбоме. Ну, дальше я просто разложила себе фотографии, смотрела по цвету, мне понравилось. Повырезала всякие вот такие вот рамочки, подложки. Вот ставила уже сюда фотографию. И здесь вот будет вот так. Это я уже приклеила. Ну, здесь, видите, здесь сколько элементов. Тут буквально 1, 2, 3 элемента, и все. Это, наверное, весь декор будет. Мне кажется, я не хочу делать такой очень насыщенный. Ну, и потом я, в принципе, мне кажется, им такое и не надо, потому что они примерный ориентир давали мне, ну, заказчики, того, что им нравится. Такая вот завязочка, видите, она очень необычная. Это просто кофточка, которую я разорвала. И будут такие вот завязочки. Привет, привет, девочки, всем привет. Еще раз повторюсь, говорить буду не очень много, просто буду делать. Кто хочет, заглядывайте, так подсматривайте иногда. Так, ну и здесь. Здесь вот я 3 фотографии разложила. И мне понравился вот такой вот тежик. Это от фабрики декора. Люди немцы, поэтому вот это надо будет закрыть обязательно на русском. Они русские вообще не знают. Вот. И
И вот здесь вот я хочу ее вставить вот сюда, чтобы она все-таки держалась, потому что тут будут открывашки, и я вот все думала, куда его деть. Мне просто очень хотелось, чтобы оно так выглядывало. Вот, и еще как-то в прямом эфире я рассказывала, что не могу сделать колечки. Так вот, я уже научилась делать вот такие колечки красивые, вязаные. Здесь чебурдик. Пока еще, видите, оно такое на соплях держится. Ну все, я буду делать. Так, сейчас подумаю. Я немного отвлеклась. Мне, конечно, сложно. Я так не особо готовилась. Мне надо альбом делать очень быстро. У меня сейчас очень интенсивный режим такой. Так, сейчас буду делать раскладочки, чтобы все это открывалось. Я сейчас посмотрю, какие у меня фотографии. Так, это у меня на левую страничку, это у меня на правую. Здесь я вот одну маленькую распечатала. Дальше все большие, и они все какие? Они все вертикальные. Ага, вот одна есть горизонтальная. То есть они здесь у меня разные, вертикальные и горизонтальные получаются, да? Ну, смотрите, я могу здесь внутри сделать карманчик, по сути. Вот, вот тут вот кармашек, и просто пусть сюда вставляются фотографии, правильно? Тогда они сюда и горизонтальные, и вертикальные могут вставиться. Ну, сейчас подумаю. Вот, получается, у меня одна горизонтальная, вторая, третья. То есть их достаточно много. Конечно, я бы могла горизонтально сюда, но тут все-таки уже, ну, такие очень детские. Хотя здесь, видите, такая детская фотка. Не знаю, можно было бы их и смешать все на разворотах. Короче, нет. Я еще распечатаю их с небольшим контуром, таким вот, видите, бордюр такой белый. Поэтому просто будет здесь карман. Так, а здесь почему-то без бордюра. И здесь без бордюра. А, почему? Как так? Не знаю. Не знаю. Ладно, сейчас отложу. А ну-ка, с левой стороны. Ага, здесь тоже есть вертикальная. И это вертикальная. Ладно, я думаю, может быть, действительно смешать. Это горизонтальная, это вертикальная. Я вот печатаю, знаете, и взяла, и забыла. Не знаю. Не помню, как я хотела. Вот так вот. Все забыла. Может быть, взять все-таки смешать все фотографии по возрасту. То есть не разделять, да, по младше и постарше. Кстати, да, знаете, вот интересно наблюдать, когда это немцы, это другая нация, вот какие у них обычаи, да, какие у них фотки. Вот довольно забавно наблюдать. Видите, здесь вот мужчина, вот он несет эту Симону в кенгурушке, получается. Они немножечко другие, у них даже лица немножечко другие, как-то вот так... Непривычно немножко, но это интересно. Но мне, я, если честно, кайфую вообще от процесса. Так, ладно, считаю, сколько у меня здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 5 фотографий. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь еще горизонтальные. Ой, блин, не знаю. Сейчас подумаю еще раз.
Давно в эфире, спрашивает Алина. Нет, я недавно только вышла, но я не думаю, что буду долго, потому что я не особо много разговариваю, вам не особо интересно будет смотреть. Что-то не могу я определить, я забыла просто, как я хотела. Не записала себе и забыла. Девочки, сейчас еще раз возьму паузу, я немножечко подумаю. Надо решить все-таки, как делать. Так, раз. Два. Здесь открываю, можно здесь сделать карман. Прям в этой. А можно не карман. Девочки, нервничаю, что молчу. И так, это заказ или кому-то на подарок. Это я, да, сказала, это заказ, это для немцев. Они не разговаривают по-русски, семейный альбом для вот этой вот девушки. Ей сейчас 40 лет, ее зовут Симона. Вот, альбом мне заказала ее мама. Люблю наблюдать процесс создания, так интересно, как кто как творит. Ой. Я, если честно, просто знаете, я вот видео-то на YouTube выпускаю, правильно? Но я очень тщательно их монтирую, потому что на самом деле вот эти вот раздумья, они столько времени у меня занимают. Как-то, ну вот бывает пойдет процесс, а бывает вот не идет и все. Вот сейчас застопорилась. Я просто запуталась, я забыла, как я хотела. Теперь не знаю. Ну, думаю, все-таки надо разделить постарше, помладше. Сделаю два кармана. Здесь на страничках все точно. Я решила, здесь делаю кружевной карман, а здесь из кальки. Так, все. Здесь, значит, я определилась. Тогда нужно мне сейчас подложки выбрать. Я уже примерно себе тут смотрела перед эфиром. Сюда я беленькую сделаю. Там внутри еще не знаю. Подумаю. А вот сюда вот. Вот такую вот. Тут она будет желтенькая, как раз под желтенькую вот такую вот фишечку. Не фишечку, а вязаное колечко. Тут вот такая вот серенькая открываться. Я думаю, будет нормально. Сейчас тогда вырежу. Так. Когда вырезаю, достаю коврик всегда. Потому что, когда работаю, синий коврик меня почему-то отвлекает. Так, и строчку. Надо сделать строчку обязательно. И строчку на рамочке сделать надо.
Да, однозначно. Девочки, я не буду сильно много объяснять. Если вы хотите объяснения, добро пожаловать на мой курс. Ну да. Просто не знаю. Не знаю, что вам еще сказать. Так, 9. Периодически буду заглядывать, может, вы что-то пишете. Все, никто ничего не пишет. Так, мне кажется, она слишком желтенькая такая. Я ее чуть-чуть осветлю. Сейчас белым грунтом промажу немного. Конечно, после того, как я начала с красками работать, я стала чаще, да, что-то вот использовать, где-то что-то затонирую, проще, легче стало. Можно выкрутиться, да, покрасить любую деталь, любой цвет, потому что раньше, пока вот я не занялась микс-медиа, я немного побаивалась вообще что-то где-то мазать, красить и так далее. Все, вот чуть-чуть осветлила. Вот талантище, супер. Спасибо. Не знаю насчет таланта. Просто уже, мне кажется, это как с опытом приходит, что ли. И просто мне нравится это делать. Вот и все. Мне в удовольствие все эти альбомы, все эти бумажки. Так, теперь мне нужно вырезать кусок ватмана. Ватман. Беру именно ватман. Почему? Не акварельный, потому что ватман белее, а сюда мне нужен белый цвет. Хотя ватман более хрупкий. Так, по 2,5 миллиметра, пускай будет краешек. Сейчас себе на бумажку запишу. Двенадцать пять, это значит 13 на. А еще на загиб надо. Стоп, а у меня здесь загиб? Да, у меня здесь карманчик. Будет загиб. Значит, 13 плюс, грубо говоря, 1 умножить на... Так, здесь 15,8. Это 16,3. Сейчас вырежу ватман.
Это весь ватман, который у меня есть. У меня он уже закончился, оказывается. Ладно. Плохо, конечно. Я, кстати, как видите, не пользуюсь никакими резаками, никакими всякими беговальными досками. У меня даже, если честно, места нет для этих всяких штук и приспособлений. Чуть-чуть листик подмятый, но это видно не будет. Почему? Потому что я это все закрою еще одним листиком. Красота у нас в альбоме, конечно, вот я раньше так сильно экономила бумагу. Сейчас я понимаю, что бумага, она все-таки очень сильно украшает. И чем больше разной бумаги, тем богаче, тем красивее смотрится альбом. Плохо пробеговала. Плохо сгибается. Беговка тоже у меня вот такая вот крутая пилочка. Оу, ну как обычно, в самый неподходящий момент заканчиваются расходники. У меня так вчера весь синтепон закончился, пришлось все забрёзка совмещать. Да, кстати, у меня тоже такое бывает. Сейчас тоже я вот выйду из прямого эфира и что-нибудь посклеиваю из вот таких вот кусочков, чтобы не позориться перед вами, не показывать. Не знаю насчет резака, но доска для беговки — это вещь, очень удобная штука. Ну, видишь, Алина, не знаю, я... Вот моя беговка, она идеальна. Зачем мне доска? Ну вот скажи мне. Не знаю. У меня еще просто как бы замеры такие, да, там 16.3, 16.7 могут быть. А я вроде знаю, что на доске там то ли по полсантиметра, да, какие-то вот эти вот луночки, или как они называются. А вот скажите мне, да, в чем лучше, чем хороша доска для беговки? Вот в моем случае, видите, вот я пробеговала. У меня очень хорошая беговка получилась. Очень быстрая и мало места занимает, да, и мало денег занимает. Вот все-таки, где я не права? Где плюс в доске? Быстрее намного, там очень быстро привыкаешь. Ну а по мерке вот эти вот заметочки, да, там все-таки по полсантиметра, там вот, например, 16,3, да, и отступ здесь, ну, сколько у меня тут, 2-3 миллиметра. Вот можно вот такое вот сделать там на доске, скажите мне, девочки. Три миллиметра. Ага, я поняла, хорошо. Спасибо, Алина. Я подумаю. Ну, видите, кому как удобно. Каждый, да, сам под себя подстраивается. Поэтому сколько людей, столько мнений, столько приспособлений и так далее.
Я подложки делаю сразу все, прикидываю, сколько и каких надо, а потом скопом. Ну, видишь, я так не могу. У меня даже как-то голова так не соображает почему-то. Все, у меня просто они все разные. У меня даже фотки все разные. Как-то фотографии разного формата, разного размера. Они разные получаются. И здесь у меня вот, да, одна рамка, одна такая. Я только сейчас решила, что она сейчас здесь должна быть. Не убеждаю, просто делюсь своими впечатлениями. Да, я знаю, Алин, конечно. Я просто шучу. Так, мне надо делать строчку, но я тут сейчас вот вспомнила, что у меня нету ниток. Мне на самом деле мой сын забрал мои нитки. Я сюда хотела белые какие-то, потому что, ну, все-таки светлый разворот. Я сейчас поищу, может быть, что-то есть другое. Так, здесь у меня коробочка с ниточками. Так, ну, белая у меня есть. Ну, я хотела не именно белую, я хотела, она такая у меня молочная немного. Серая. Ну, посмотрим. Ну, розовая явно нет. Я так понимаю, что Симона, она не любит розовый цвет. Во, у меня вот есть чуть-чуть такая, как молочная. А ну-ка. И все. И у меня больше вариантов нет. У меня даже нет нежно-фиолетовой нитки. А, вот какая-то. Но она... О, она крепкая даже. Ой, мне повезло. Сейчас попробую ее. Так. Как я выбираю ниточку? Я просто прикладываю. Вот так вот растягиваю, каждую ниточку прикладываю. И смотрю, нравится мне или не нравится результат. Еще я часто смотрю в экран, потому что в экране там как-то угол совсем другой, лучше просматривается все. Ну вот это она сразу затемняет мой разворот, а мне хочется его осветлить. Вот белая. Белая, да, вроде хорошо так. Это вот молочная капелька ее буквально. Но молочная получше явно. Такой вот чисто белый цвет, он все-таки, ну, дешево немного выглядит. И нежно сиреневая. Нет, не хочу. Мне кажется, я еще успею использовать эту нитку. Лучше ее на этом развороте не буду использовать, а возьму вот эту вот молочную и сделаю две строчки. Здесь, здесь и вот здесь. Так, ну, девочки, это займет минут 5, так это точно. Поэтому пока меня здесь не будет. Thank you.
Так, я не дострочила. Я забыла, где какая, и сейчас хочу по-другому чуть-чуть сделать. Вот сюда, по-моему, я хотела. Забыла, где была подложка. Вот это здесь было. Я, знаете что, я, наверное, сразу приклею сюда и прострочу вместе с ней. Почему? Потому что строчка будет красивее. Сейчас вот здесь вот одну сделаю строчку, а дальше все вместе. Так, вопрос, как хорошо у вас уютно? Не знаю, ну, мне, я довольна. Бывают студии у девочек разные. Тоже сама так наблюдаю за другими иногда. Ты часто, Юль, строчку машину делаешь? Да, я очень часто делаю. Почему? Потому что я считаю, что машинная строчка, она делает альбом богаче. Вот и все. Сейчас дальше сделаю еще строчки, пропаду опять на какое-то время. Но с машинкой, конечно, получается намного дольше.
Тут чуть-чуть клей вылез. Надо убирать. Конечно, когда клей торчит, это вообще просто ужасно. Но, знаете, вот еще зависит от клея. Я просто пользуюсь дешевым титан. Ну, зато он не вонючий. На какой клей приклеиваешь вообще фотографии? Вообще, какой клей любимый? Любимый титан. Потому что он дешевый, он экономичный, клеит многие вещи, но не фотографии. Фотографии он ведет, фотографии я клею на момент. Вот как-то так. Ну, момент вонючий до жути, поэтому я стараюсь вообще фотографии не приклеивать. В последнее время я их или вот так вот, видите, вставляю в подложечки, в рамочки, в уголочки. Ну, когда приходится клеить, тогда клею моментом. И титаном тогда и близко не пользуюсь, потому что титан вообще, он такой... Не совсем хороший с фотографиями. А! Блин, девочки. Ну вот, все. Я не с той стороны пришила. Представляете? То есть, получается, вот так вот она должна у меня открываться. Как я так могла? Ну вот как? Ладно, буду, значит, в эту сторону все открывать. Раз, и пускай откроется в эту. Ну, я на самом деле планировала, чтобы оно открывалось вот в эту сторону. Ну, знаете, даже так лучше. Просто я здесь себе, да, вот окошечко оставила для фотографии. Точно. Ой, так... Так намного лучше. Мне так даже больше нравится. Угу. Хорошо. А на фокус? Да, кстати, да, фотографии я тоже клею на фокус. И он очень хорошо с фотографиями. Но его не нужно много. Но вообще, да, он не ведет фотографии, он хороший. Просто сейчас я про него даже не вспомню, потому что он закончился у меня. И надо где-то искать. Где-то у меня есть новая баночка, надо ее будет найти. Вот, ну вообще, если перечислять все мои клеи, то, конечно, их большое множество. Я пользуюсь и клей-гелем от Курдибана. Ну, в основном я люблю клей от курдибановской Жени. Ну, не знаю, я просто к ним приловчилась. Я и эффект скотча использую ее. Во, кстати, эффект скотча для фоток. Вот, он вообще клевый. Он, знаете, как двухсторонний скотч работает. Он очень липкий, до жути липкий. То есть, если где-то вылезет, все, липкость обеспечена. Но он долговечный, он не отклеивается с годами. У меня есть работы, которые на него приклеены, очень классные. Он не ведет фотографии, он не ведет бумагу, но к нему надо приловчиться, и он очень... Это самый экономичный клей. Я его использую на переплете, когда вот тут вот полосочки проклеиваю, я его использую... Когда еще, да, вот для фоток я его использую. Ну, короче, я им иногда бумагу клею, но вообще вот у меня есть и этот клей. Вот, кстати, сейчас вот фокус у меня новый, еще не распечатан, но это мне нельзя его брать, это я для курса его приготовила. Фокус, он для тканевых больше элементов, мне кажется, подходит. Шебеленты, но для фоток тоже он хорошо подходит. Для вот такие вот моменты я фокусом лучше приклеиваю. Вот, ну, короче. А титана бумага хорошо себя ведет? Нет, не совсем хорошо. Не совсем. К нему нужно тоже приловчиться. Во-первых, нужно наносить очень-очень тонкий слой. Во-вторых, нужно всплошную наносить. Так вот, в-третьих, нужно приклеивать на... Вот, да, я именно клею им странички титаном и приклеиваю на плотный картон. И тогда все хорошо, мне ничего не происходит. Бумага ведет себя хорошо, но только потому, что я вот так вот сплошную-сплошную полностью заливаю клеем и не толстый слой. Так вот хорошенечко расползаю по всей страничке, приклеиваю на плотный картон, и все, у меня все хорошо. Ну и здесь, видите, вот такие вот мелкие, я сейчас клеила титаном, ничего не происходит, но вообще титан, он достаточно дубовый клей. С ним нужно аккуратно, но я к нему приловчилась, я его очень люблю и просто обожаю. Все, вопросов нет. Привет, девочки, кто присоединился? Ну, я не знаю, я, наверное, уже буду выходить. Я вижу, я особо много вам ничего такого не даю. Я очень медленно все делаю.
Хотя, ну, давайте еще что-нибудь, да, покажу. Хоть капельку какую-нибудь. Так, сейчас, сейчас приклею, наверное, это все. Завяжу бантик. Вот сейчас подумаю, на каком уровне приклеивать. Здесь дело в том, что я уже ж-декор приклеила, чтобы просто не потерять, не забыть. Так, беру подальше от комментариев. Вот здесь, да, так вверх идет. Нам с тобой интересно. Да, спасибо, ну, не знаю, мне кажется, не очень интересно, если честно. Мне кажется, мне надо быть более подготовленной, я прошу прощения. Ну, я действительно, я вообще не готовилась. Абсолютно. Нет, мне больше вверх нравится, да? Смотрите, лучше же вверх, когда идет. Даже вот сюда вот надо поближе. А ну-ка я сейчас фотографии найду, где они у меня. Угу, да, я уже фотографии потеряла. Так, ага, вот одна. Вторую не знаю, не вижу. Где-то я сделала строчку, но сейчас возле машинки гляну. Да, есть она здесь. Можно даже вот так. Мне даже кажется, вот так интереснее. Так, вижу вопрос, сейчас прочитаю. Юля, фото ты уже в готовый альбом вклеиваешь или в процессе работы? Бывает по-разному. Но в большинстве случаев, скажем, 90% это, конечно же, в процессе работы, когда есть фотографии, именно просят делать альбом под фото, то я сразу работаю с фотографиями, ну так и легче. Сразу ориентируешься, какие цвета тебе надо выбирать на страничке. Как-то вот только, наверное, один альбом. Я сначала сделала альбом, а потом фото вклеила. Это, знаете, это альбом, который вот по курсу у меня сейчас идет. Альбом для мальчика, для Егора. Вот. Кстати, вот я вижу, да, в эфире 10 человек. Вот у меня есть курс, где я подготовила полностью все материалы для этого курса. И там, вот, кстати, да, сейчас можно даже эффект скотча воспользоваться вот этим клеем. Там я показываю, как я делаю альбом, рассказываю все очень детально, подробно все рассказываю. И там я присылаю девочкам все материалы для того, чтобы они смогли сделать самостоятельный альбом.
очень красивый. Там вообще, я вчера считала, там, наверное, около 300 наименований. Трёх сотен именно разных деталей я ложила в набор. Собирала очень долго. И там материалы, они не дешевые, но они очень красивые. Альбом, как по мне, получился очень красивым. Вот, если интересно, заходите, есть ссылка в профиле у меня, сразу вот главная страница профиля, там по ссылочке сразу есть набор материалов для мальчика. Можете почитать, сколько стоит, что там, что за альбом. Обязательно куплю. Спасибо, очень жду. Все. Так, здесь есть. Так, теперь я буду приклеивать. Ну, еще ладно, еще давайте 10 минуточек, да. Все-таки хочу дойти до кармашка, показать, как я буду делать карманчик. Если честно, сама еще не знаю, как буду делать. Так, здесь... Наверное, тоже сделаю прорез. Вы так делаете или нет? Я очень люблю прорезать бумагу. Что клеите на эффект скотча? Как-то я с ним не очень подружилась. Да, с клеем нужно подружиться. Это правда, я уже сейчас об этом тоже говорила. Он очень липкий, ну, до жути липкий. Но вот с фотографиями... Просто, видите, здесь у меня... примыкала, да, к фотографии, и я так побоялась, поэтому решила скотчем. И вот у меня и объемчик такой, ну, мне нравится вот такое вот оно, не идеальное прилегание, именно вот в этом случае, когда именно фотографии. Ну, я просто его немного наношу и подальше от края, и не сильно давлю на тюбик. Тогда все хорошо, но странички я бы не приклеила никогда. То есть вот эффект скотча для фотографий и для соединительных полосок на прошитом переплете. Это вот основные случаи. Так, я уже прочертила и потеряла. Не вижу, где я прочертила. Я вот сейчас пока делаю, да, думаю, с чего делать карманчик. Карманчик я, наверное, сделаю из того же материала, из которого завязки. Вот я так думаю пока что. Вот такие вот штуки у меня получились, видите. Просто режу бумагу. Я работала со многими видами клея. Очень много я их перепробовала. И я и сейчас по-прежнему, опять же, да, работаю с этими же многими видами клея. Вот сейчас я буду именно пользоваться титаном, потому что эффект скотча сюда не подойдет. Он, если вылезет, я уже ничего не сделаю. И сюда еще вот я бы могла использовать спокойно фокус от Евгении Курдебановской. Он не вылазит, он вообще такой хороший. Ну и, конечно, момент кристалл. Вообще, момент кристалл — это такое, можно сказать... Так, я не дорезала где-то здесь. Не дорезала. Момент, он очень универсальный. Он подходит под многие вещи, которые можно приклеивать. Но он до жути вонючий. У меня от него начинает болеть голова. Надо сразу проветривать. Тем более у меня дети. Как-то я уже от момента практически отошла, если честно. Так, я вижу, там опять кто-то что-то пишет. Сейчас я приклею, обязательно прочитаю. Так, вот.
кстати, Титан, девочки, если что, я вам, вдруг вы не знаете, но это вроде уже многие знают, но вдруг. Титан — это тот же клей от фабрики декора, универсальный. Они вот туда просто титан заливают и продают по сумасшедшим ценам. Ну, по сравнению со стоимостью тюбика, который я покупаю. Так, вопрос... А, это вы между собой общаетесь. Я знаю, я тоже курс у Юли. Так. Еще раз. Курс у Юли. А, покупала, правда, без материалов. Очень люблю ее курсы и вообще ее манеру работы. И вообще боевик ее. Это... Ой, ты 9. Я понял. Я понял. Спасибо. Большое спасибо мне. Конечно, мне это приятно. Вообще до жути приятно. Так, все, и теперь карман. Вот сейчас возьму эту ткань. Вот у меня есть две похожие они. Такую можно, да, совсем-совсем такое нежное будет. Как вы думаете, девочки? Наверное, все-таки лучше первая, да, то, что больше с дырочками. Это как-то проще, все-таки повтор получается, да? Права я или нет, как вы считаете? Да, мне нравятся больше вот эти дырочки. Они вот как-то прикликаются с вот этими. Вот, точно. И сейчас подумаю, какой карманчик, какого размера. И вообще, где фотографии будут у меня вставляться. Возьму сейчас свои фотки. Так, ну, наверняка они будут вылазить вот здесь. Нет, а может быть здесь лучше. Угу, да, лучше здесь это сделать. Да, мне так больше нравится. И сейчас померяю себе размер кармашка. Совсем ориентировочно хочу, чтобы перекрыл здесь декор. Ну, около... 10 сантиметров, я думаю, будет нормально. А здесь, ну, 16, то есть 16 на 10 примерно. Можно на 11. У меня здесь даже двойная такая есть. Вот я, наверное, ее и использую. С кружевами я как работаю, я их люблю рвать. Просто рву, если есть возможность. Сейчас здесь у меня шовчики, не могу. А так я бы с удовольствием это сделала. Наверное, знаете, вот, да, я сейчас даже могу. Смотрите, я сделала надрез и прорвала. Вот так вот у меня получилось. Так, теперь здесь тоже надо будет прорывать. А ну-ка, а тут, если бы тут чуть-чуть подраспустить, можно было. Так. Такие вот неровности, они мне только на руку. Я их очень люблю, не стесняюсь. Здесь уже две. Так. И 16 по высоте, да, я говорила. А, я хочу, чтобы выглядывало нее или не выглядывало у меня. Я хочу, чтобы мне ничего не выглядывало из моей подложки. Значит, так и беру 16. О, криво как. Такую вот двойную ткань я оставлю, знаете, зачем? Для того, чтобы фотографии у меня не просвещали сильно. Ай, опять не так разорвалась. Не нравится.
А вот смотрите, что теперь. А теперь я возьму фокус. Вот у меня я нашла остаточек. И склею мою ткань. Вот как раз здесь очень хорошо фокус работает. И никто ничего не поймет. Даже вот, да, вот такая вот какая-то потрепанность лишняя, она, ну, как в плюс будет идти. Мне кажется, заказчица подумает, что тут я такой специальный эффект сделала. Ой, вытек клей. Так, пишите.